Да. А чем понравился? Ну, необычное как бы решение, веселый, детский такой, ну приятно. Необычные решения. Ну, как объяснить, да. Прочтение, так скажем, вот этих вот воспитательных процессов с детьми. Спасибо большое. Очень красиво было, приятно. Спасибо вам. Впечатления какие? Мерседатор. А почему? Музыку. А это покажешь автору, да? Это для зрителей, чтобы зрители понимали, идти или нет. Ну, тут, наверное, каждый сам должен для себя решать. Лично нам не понравилось. Ну, и исполнение, качество, и, собственно, музыка, и исполнение, и, ну, постановка тоже вызывает вопросы. Спасибо вам большое. А чем понравился? Ну, вы знаете, мы не ожидали, что у нас будет такой музыкальный спектакль. И так здорово пели все. Вам понравилось? Да. Да, что понравилось? Все. Все понравилось? Да. Нам все понравилось. Спасибо. Очень интересно, хороший. Кто тебе понравился? Мне понравилось, как фасоль играли. Хорошо. Ну, жвачка. Ну, футбол, я не поняла. Футбол или в хоккей? Угу. Спасибо. Мне понравился. Парит очень хорошо. Очень хорошо. Ну, такие сомнительные. А почему сомнительные? Ну, не знаю, мне кажется, не было какой-то изюминки, что было бы интересно. Мне кажется, он скорее направлен на родителей, а не, ну, чтобы родителям было понятно, что это правильно, а не для того, чтобы детям было интересно. Вот так вот. Угу. То есть там, ну, там были интересные моменты, но скорее такими некими всплесками, чем постоянно придерживал внимание. Угу. Спасибо большое. Ну и, соответственно, дети у меня тоже претензии предъявляют. Спасибо вам. Спасибо. Очень хорошие впечатления. Настолько талантливые актеры. Приятно слушать. Нам эта сказка очень близка. Мы с детьми очень много раз читали эту книгу, и поэтому с великим удовольствием посмотрели представление. Спасибо за талант, старания. Будьте здоровы. Спасибо. Придем еще.